Всем привет! Привет, друзья! Сегодня у нас покупки по хвастушке. Три покупки, три вещи, два украшения. И покажу вам сегодня монолук. Я буквально недавно только узнала, что это такое. В комментариях под одним видео девушка написала, что очень актуально, очень модно, в тренде монолуки. Это образ в одной цветовой гамме. Мне стало очень интересно, и я для себя и для вас сложила такой монолук в синих оттенках, но я не нашла синие скини и использовала синие скини джинсы. Мне очень интересно, что вы скажете по поводу этого образа, этого монолук. Вот такая рубашечка. Посмотрите, пожалуйста, фирму. Легенькая, легкая-легкая. Просто, можно сказать, невесомая. Очень красивая. Мне очень хотелось давно уже что-то такого плана. Именно полосочка. Мне кажется, она вытягивает мой образ. 100% вискоза. Я сложила, наверное, 3 или 4 образа с этой блузочкой, с брючками. С криперами. Оказалось, что типа кроссовки, которые я показывала вам в самых последних покупках, называются криперы. Спасибо большое девушке, которая это объяснила название. Я одела эту блузочку, вы увидите, с скини своими светлыми, с балетками, вот с такой жилеткой. Следующая моя покупка, друзья, из винтажного секонд-хенда. Я сейчас готовлю очень большое видео для вас. Думаю, оно будет вам интересно. Это обзор наших рижских секонд-хендов, магазинов.
И я знала, что я не удержусь. На самом деле, я очень старалась, но не удержалась. Видела там вот это платье. Платье-сарафан, друзья, наверное, так. Здесь такие пуговки. Оно длинное. Я делаю его сразу с маечкой. Маечка это моя. Ну, просто, чтобы это было сразу понятно. Фирма здесь вот такая у платья. 100% вискоза, хотя по... Видите, вот выглядит как лен. Вот оно такое. Видите, немножечко бочоночком. И я сразу, вот у меня в голове сразу моментально белая майка. Ну, возможно, еще что-то такого цвета маечку. Какого-нибудь бледно-желтого или горчичного цвета. Сразу балетки. Сразу, возможно, джинсы. Увидите в моих образах, я там тоже очень много что сложила и с криперами, и с балетками, и с джинсовой курточкой, и с разными сумками. Но опять-таки разбор полетов жду. Два украшения. Это вот такое. Оно очень удивительное на самом деле. Вот посмотрите, абсолютно простое, как из, видите, что такие как шнурочки. Это не кожа, очень достаточно такая очень не мягкая. Но вот оно прямо под шею, и вот мне оно очень понравилось своей удивительностью, правда. Вот такой крестик, друзья. Вот такой шнурочек, достаточно длинный. И на нем вот такой крестик. Еще одна покупка моя, друзья. Это вот джинсовая жилетка. Простая джинсовая жилетка. Куплена в секонд-хенде, естественно. Стоила она 2 евро. Что сказать, жилетка и жилетка джинсовая. И еще, друзья, мне захотелось показать вам один образ с многострадальным платьем, которое
вызвала очень много реакций, всяких разных, хороших и не очень. Покажу вам этот образ вместе с этой жилью. Ну вот, друзья, я показала вам все покупки, я показала вам все образы, которые сложила. Конечно, тут миллион вариантов, на самом деле просто миллион. Но вот из этих трех покупок с тремя покупками я сегодня сложила для вас и для себя образы. Спасибо, друзья, за просмотр и пока-пока, ребята!